Всем привет, вы на канале Panda One Stop Play. Сейчас последнее приготовление. Все, звук идет, отлично. Играем Stardew Valley. Если я правильно произношу, да? Понятия не имею, что за игра, поэтому будем разбираться по ходу. Так, имя. Имя Сережа. По-русски же можно здесь, да, имя писать? Сережа. Если кого-то из зрителей зовут Сережа, не принимайте близко к сердцу, ничего личного, это просто игра. Так, название фермы. Стрим. Ляндия. Стримляндия. Любимая вещь. А здесь что, можно любую писать? Да, на ум приходят только пошлые вещи. Ну ладно, так. Я не знаю, ну... Давайте так. Бейсбольная... Бита, мать его, да? А, здесь нельзя, да? Ладно, тогда просто бита. Вот так. Так. Пусть будет мужского пола. И... Ну все, короче, предпочитаем животные. Что это такое? Кот? Собака? Не, пусть кот, короче, будет. Вот так вот, да? Все, нормуль. Погнали. Так, у нас какой-то дедушка при смерти, да? И моему особенному внуку. Я хочу, чтобы тебе достался этот запечатанный конверт. Опля. Нет, нет, не открывай его пока, потерпи. Он умеет создать интригу, да? А теперь слушай меня внимательно. Настанет день, когда груз современной жизни будто раздавит тебя. Он уже настал, братан. Не братан, дедушка. И блеск в твоих глазах потускнеет от растущей пустоты. Нас полстраны в таком состоянии живет. Когда это произойдет, мой мальчик, тогда и настанет время открыть мой подарок. На полстраны должны уже открыть твое письмо, дед. А теперь дедушке нужно отдохнуть. XX лет спустя. Третьего икса не хватает. Жожа, join us, drive, work. Улыбайтесь. Вы с Джорджа. Жизнь лучше с Джорджа. Короче, очередная зомби-компания, да, которая зомбирует своих работников. У чувака, походу, нервный срыв. Или мне кажется. Он вспомнил про это письмо. А, ну, видимо, накрыло его все-таки, да? Через XX лет спустя. Ну чё ты, давай, бери. Долго думаешь. Если ты читаешь это письмо, значит, твое сердце требует перемен. То же самое случилось со мной когда-то давно. Я потерял из виду то, что имело ценность в жизни, реальные связи с людьми и природой. Я же говорил, полстраны живет в таком состоянии. Я бросил все и приехал туда, где действительно мое место. Я вложил душу в это место, оно моя гордость и радость, ферма Стримляндия. Погоди, это моя ферма, дед, причем тут ты? Она расположена в долине Stardew, на южном побережье. Это идеальное место, чтобы начать новую жизнь. Это был мой самый драгоценный дар из всех, и теперь он твой. Я уверен, ты не посрамишь фамилию, мой мальчик. Удачи, с любовью, дедушка. За XX лет там от фермы ни хрена не осталось, мне кажется. Если Льюис еще жив, передай от меня привет старику, хорошо? Хорошо. Так, поехали на автобусе мы, короче.
теперь я понимаю, почему стояла галочка пропустить вступительный ролик, потому что он длинный, мать его, длинный. Start due Wally 0.5 миль. Ну, слава богу, хоть до него ехать недалеко. Здравствуй. Ты, должно быть, Сережа? Да, это я. Я Робин, я здесь плотник. А мэр Льюис попросил меня встретить тебя и проводить до твоего нового дома. Он сейчас как раз там. Прибирается к твоему приходу. Мэр Льюис прибирается. Ну-ну. А ферма тут недалеко, пойдем со мной. Какая-то подозрительная баба, короче, ведет меня непонятно куда. Так, и чё это? А вот и ферма Стримляндия. Короче, у него паника. Зачем я это сделал такой, да? А что такое? В смысле что? Ну да, заросла немного, но ведь подо всем этим беспорядком хорошая почва. Если постараться, расчистишь тут все в два счета. Ну конечно, а чё нет? Мы же сюда за этим и приехали. А вот и твой новый дом. Это чё за... Ага, наш новый фермер. Это мэр, да? Мэр, в котором чё, один дом? Мэр посёлка, да? Добро пожаловать, я Льюис, мэр города Пеликан. Блять, город Пеликан, ёп. Они получше название могли придумать? А знаешь, тут все про тебя расспрашивали. Не каждый день у нас в городе новенькие. Это большое событие. Да, да. Так, ты будешь жить в старом домике своего дедушки. Дом хороший такой, знаешь, деревенский. Ну да, да. Деревенский, можно и так сказать, конечно. Но я бы сказала, что он скорее никакенский. Никакущий, я бы сказал. Грубиянка! Ее не слушай, Сережа. Это она хочет, чтобы дом тебе не понравился, чтобы потом предложить тебе ремонт. Да. Те еще интриганы. Ну, как бы там ни было, тебя, наверное, утомил долгий путь. Ты отдохни пока. Завтра советую походить по городу и поздороваться со всеми. Это что, город или человек? Город Пеликан, да? Им это понравится. Ой, чуть не забыл. Если у тебя будет что-то на продажу, складывай вот в этот ящик. Ночью я все соберу. Почему ночью? Ну, удачи. То есть мэр ходит по ночам и собирает все из ящиков, что люди готовы продать? Серьезно? Какой-то сумасшедший. Так, ну что, мы играть-то начнем или так и будем мультики смотреть? Идет сохранение. Игра сохранена, ну слава богу. Так. Ходить. Бег. Проверить. Понятно. Семена пастернака. Новая запись в дневнике. Вы получили 15 семян пастернака. С этим начинать будет проще. Мэр Льюис. Да? Декоративная миска. Ё-моё. Блин. Чувствую, я тут поиграю сейчас. Тут все можно переставлять. Короче, я так понимаю, здесь делать нечего нам, да? Так. Коса, кирка, лейка, мотыга, топор. Ясно. Ну все, погнали. Надо что-то, наверное, там это... Порядок навести, да, или что тут? Нам что надо взять в руки? Топор. Так, сейчас надо сначала разобраться со всей механикой этой. Мотыга. Давай, мотыга, вот это попробуем сейчас поубирать. Я правильно мыслю? Вот это ни хрена не убирается. Так, это топор, судя по всему, да? Да.
Да, очень-очень занятно. Надо понять, где заканчиваются границы нашего владения, чтобы ужаснуться и сказать: ну его нахер, поеду я назад, да, работать в офисе. Блин, долго деревья рубятся вообще. А еще и пни надо выкорчевывать, серьезно? А чем их выкорчевывать-то? Ё-моё. Вот, классно. Вот это коса, вот это мне нравится. Коса мне нравится. По-взрослому все сносит нахер. Отлично. Так, а инструмент у нас изнашивается или нет? Что-то я не вижу, чтобы он изнашивался. Так. Погоди, я что-то не то взял. Нужна кирка. Вот. Так, я хочу сказать, что в чате сообщения озвучиваются, но не злоупотребляйте этим, потому что мы будем слушать только ваши сообщения. Это что такое у нас? Непонятно. Что-то выпало, а я подобрать это как? Это могу, нет? Бля, тут еще разбираться надо. Изготовление предметов, то есть крафт какой-то есть, да? Отлично. Настройки. Автобег, понятно. Так. Инвентарь полон, понятно. Поэтому я и взять ничего не могу. Так. А есть какой-нибудь склад, что ли? Я не знаю. То есть это я сейчас все скинул в ящик в этот, да? Ага. Вон оно что. Ваш топор слишком слабый, чтобы расколоть этот пень. Так, ну и что мне сделать? Чем попробовать мне его расколоть-то? Это ты продаешь. А, да, это я продаю? А-а-а. Так это, а куда мне это все сложить-то? Есть какой-нибудь склад или что-нибудь? Мне же это пригодится потом. Зачем мне это продавать? Так, вот этот пень я чем могу убрать? Так, мотыга нет. Сделай ящик. Ящик, ящик. Так, ну-ка. Меню. Изготовление предметов. Деревянный забор, деревянная дорожка. Сундук, древесина нужна, да? То есть сейчас идем забираем древесину отсюда. А, ее уже нифига мы не заберем, да? Мы уже все продали, значит, все. Значит, собираем древесину, 50, делаем нормальный ящик. Вот, ёкарный бабай. Ну, короче, как бы классически все, надо просто к механике привыкнуть.
Так, устал, да? Ё-моё, что, на улице заснул, что ли? День первый, весна, год первый, фермерство. Ноль. Собирайтесь, то ноль, короче, по нулям, другой, 189. Ясно. День второй. Хавать надо что-то? Или и так нормально все будет? Погнали, хватит спать. Так, нам нужно 50 дерева собрать, чтобы ящик поставить. Погнали. Короче, я так понимаю, это симулятор фермы, да? А, я понял, хорошо, спасибо. Короче, на пнях пока нет смысла сосредотачиваться, да? Так, полоска энергии — это вот это на Е, которая вот здесь вот, да? Energy. Так, и мне ее чем восполнять? Что-то жрать надо все-таки, да? Древесный сок. Жидкость добываем из деревьев. Энергия 2. Че, как мне ее выпить или съесть, или что с ним? Ага. Едой. Так, где мне еду-то взять? Ягоды. Ягоды, 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 так. Где ягоды? Это ягоды, это не ягоды. Тут письмо там пришло, да сейчас вообще не до писем. Бля, где ягоды-то? Я ничего не вижу. Пока никак. А, ясно. Сейчас ничего у тебя нет. Так, хреново. Короче, сейчас продолжаем тогда рубить дерево. Я не знаю, если мне хватит энергии, конечно, все это дело. Чтобы ящик сделать. Потому что нужно все куда-то это скидывать. А древесный сок его нельзя никак использовать. Все, 58 есть, сейчас сделаем. О, ёпта, он минус... А, это минус 2 энергии, да, у него. Так, все, меня накрывает. Главное не сдохнуть. Так, ты-ты-тын. Ставим сундук, да? И скидываем все это. Так, пока нам это не нужно. Инструмент оставляем, да? Его еще и покрасить можно. Оу, классно. Ай, сейчас сдохну. Давай, давай, быстрее. Лечь спать до следующего утра. Да, давай, все. Уровень 1. Собирательство. Плюс 1 к навыку обращения с топором. Иногда с деревьев будут падать семена. Новый рецепт изготовления. Дикие семена. Новый рецепт. Полевая закуска. Вот, полевая закуска — это, видимо, еда, да? Ой, дождь, ёпты мать. Так, давай посмотрим. Полевая закуска. Могу ли я ее сделать? Где у нас изготовление? Вот. Желудь, кленовое семя, сосновая шишка. Короче, тут еще до этой полевой закуски. Пилить и пилить. Блин. Так, надо письмо посмотреть. Сережа, вчера ночью кто-то привез тебя ко мне в клинику. Тебя нашли без сознания, это из-за переутомления. Нужно ответственнее относиться к своему здоровью и ложиться спать вовремя.
Я списал 50 золота, да, с твоего счета, чтобы покрыть расходы на лечение. Доктор Харви. 50. Ну ты, блин. Здорово. Я вот только что вернулся с рыбалки. Приходи как-нибудь на пляж. У меня есть для тебя кое-чего, посади, Вилли. Пастернак. Так, посадить пастернак. Ну, я так понимаю, для него нужно, наверное, почву подготовить, да? Блин, зачем ты мне здесь-то это сделал? Так, а назад это нельзя никак отменить, да? А, во, ну так пойдет тоже нормально. Так, посадить. Что нам надо с ним сделать? Так, взять в руки и, наверное, вот так вот. Да? Чик-чик-чик. Подожди, а что здесь? А, этого мало, что ли, или что, я не пойму. Здесь можно, а тут нельзя? А, та это далеко просто. Все, понял. Это что, симулятор фермы, что ли? Или сельской жизни, да? Я правильно понимаю? Глина какая-то у меня тут, надо скинуть все. Так, как мне понять сутки? А, сейчас у нас день, получается, спать надо ложиться, ну, когда будет вечер, да? Окей, ясно. Так, ну и что, мы его посадили, надо за ним что, ухаживать или что? Или сам вырастет? Или мы пока займем своими делами, да? Надо лечь спать до 2 часов. До 2 часов, ясно. Что там, какой-то восклицательный знак? Это что? Дневник. На пляж, начало, первое знакомство. Понятно. Нет времени ходить на пляж. Работы очень много. Если не успеешь, то ты засыпаешь. На улице, да, и типа меня к доктору, и на деньги меня он ставит. Понятно. Что-то разрушенное у нас, да? Что бы это ни было, оно разрушено. Да, точно разрушено. Я правильно понял. Поливать надо каждый день, но сейчас дождь, то не надо. Так, а, лейка у меня есть, да? Все, то есть, короче... А, в лейку надо воду как-то набирать, да? Правильно я понимаю? Так, где моя коса? Давай все покусим нафиг. А это куда-то мы идем, да? Не, пока не будем ходить, нам много чего надо сделать. Не будем заниматься ерундой. Так, у меня энергии мало. Разрушена, ее потом можно будет восстановить. Ага, ясно. Все, я пошел спать, энергии нет ни хрена. Да, поехали. Так, что-то растет, короче.
это что, вот так вот ходить, каждой растенице поливать надо? Ё-моё, серьезно? Да это ты замучаешься, блин, вообще. Если у тебя здесь будет более-менее там нормальная ферма, ты сколько будешь времени тратить на то, чтобы это полить? Или там будет возможность авто сделать что-то? Ну, по идее, должна быть, да? Так, это скидываем. Это что такое? Смешанные семена, желудь, древесина. Пока да, можно улучшить лейку. Ясно, так. Надо посмотреть, что я там могу сделать-то. Есть ли у меня эти ингредиенты? Желудь, кленовое семя, сосновая шишка. Так, шишки мне не хватает, короче, чтобы пожрать. А вот эти большие пни, я так понимаю, пока не могу с ними ничего сделать, да? Поливать можно будет 3-6 клетки и больше. Но проще авто делать. Ясно. Это симулятор сельской жизни, да, насколько я понял. Так, нахрен, мне здесь пока не надо ничего расчищать. Я думаю, будем идти последовательно в расчистке. Хорошо, что инструменты не ломаются. Блин, это вообще тема. Сходи в магаз, купи еще семян. Так, а где здесь магаз-то? А деньги-то у меня есть, чтобы мне покупать-то? Магаз, магаз. Здесь или вверх? Так, это что за график такой? А, день рождения. А, ну короче, день рождения, праздники, понятно. Сегодня у нас 4-й, да, получается, 7-го у Льюиса день рождения. Надо поздравить, наверное. Так, опа, ё-моё. Ё-моё, я потерялся. Где тут семена? Семена картофеля, вот. А у нас это, монеты-то есть? А, вот они, монеты наши, да? Отлично. Так, а хватит мне 25-то? Фасоль тоже возьмем. Пастернак у нас есть? В принципе, не нужен. Что тут еще есть? Кудрявая капуста. Да, пойдет.
Трава нам не нужна. Пока. По крайней мере, так. Но это уже еда пошла, да, я так понимаю. Вот. Для сада, кстати. Ну, а, 3400, да ладно, ты серьезно? Ты чё, блин, этот, как его? Дилер, блин, этот. Ты по один шаты берешь. По одной штуке? Блин. Ё-моё, так. Тогда надо чё? Где тут это? 3, 4, 5, 6. Бля, ну это... Я разорюсь так нахрен. А как деньги заработать можно? Да, по одной штуке это получается... Пастернака? Ну-ка, сколько, почём он стоит? Пастернак по 20. 4. Все, я думаю, пока хватит. Сейчас там надо по красоте, да, эти грядки разбить, наверное, да, там. Чтоб нормально все было. Мне интересно, в этой игре кто-нибудь просто пешком ходит? У него как бы автобег стоит, да, но он может просто и ходить пешком. Мне вот интересно, просто кто-нибудь ходит пешком? Так, у нас сегодня не поливалось это, да? Надо полить. А, нет, подожди, это, наверное, цвет почвы индикатор для полива, да? То есть, когда она станет такой же, как и все остальное, наверное, тогда надо будет поливать. Я правильно понимаю? Так. Посмотрев управление, там есть кнопка, которая упрощает делать грядки и поливать. Да? Ну-ка, давай посмотрим, где у нас настройки. Ты поливал. Так, звук. Графика. Это нам не надо. Управление. Так, смотрим. Использовать инструмент, понятно. Дневник, карта, двигаться вверх, понятно это все. Бежать, понятно. Прокрутить слоты. Это все ясно. Ну и что-то хрен его знает, где эта фигня. Меню эмоций. Блин, ладно, хрен с ним. Разберемся. Мотыля. Все. Короче, вот здесь вот сейчас грядки сделаем. Вы нашли желуду, кузнец может расколоть ее для вас. Кто знает, что там внутри? Что это вообще такое, бля? Инвентарь полон, я понял. Давай скинем. Бля, энергия, 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 пошли спать. Точнее, надо галочку поставить, показывать клетку.
Так, сейчас. Давай посмотрим. Показывать клетку, да? А, вот. Вот это вот, показывать клетку инструмента, геймпад. Откладывание предметов. Ну, у меня вроде стоит, да? А, вот, или... Всегда показывать клетку инструмента. Вот это что ли? Сразу. Да. Так, сажаем. Значит, картофель. Вот сюда пастернак добьем, да? По красоте. Так. И где у нас картофель? Вот он. Давай вот сюда его посадим. Так, и польем сразу. Дальше что у нас? Семена кудрявой капусты. Вот сюда. А, оно у нас одно. Ясно. Так, и у нас остался еще два пастернака. Давай вот здесь вот сделаем. И вот здесь. И посадим. И польем. Ну, отлично. Все, теперь надо ждать, пока все это вырастет. Что у нас еще осталось? А, у нас еще вот, кстати, зеленая фасоль осталась. Давай тоже ее сюда посадим. И польем. Или не... А, вот, все. Работает? Работает. Так. Короче, что-то я тут насажал, что-то у меня тут растет. Что дальше? Дальше, наверное, занимаемся опять расчисткой территории, да? Пастернак полей. Пастернак по... А, да, ага, вижу. А как мне лейку наполнить? Она... Сейчас, вот отсюда, наверное, да? Нет? Два шаты. Все, воды нету. Вода закончилась. Как мне? Отсюда я не наполню, да? Нет. Блин. А, вот. Отсюда, наверное. Ниже. А, во, наполнил, там, блин. Вода. Все, разобрался. Симулятор колхозника, я понял. Так, это у нас полито, это полито, все вроде, да? Письма смотри. Письма, давай посмотрим. А, дорогим клиентам Джорджа Март, члены нашей команды расчистили завал, произошедший в результате нашей операции по бурению. Хотим напомнить вам, что эта операция была совершенно законной. Ответственный контроль местной окружающей среды для нас главный приоритет. Приносим извинения за неудобства, причиненные этой оплошностью. Как и всегда, мы ценим вашу поддержку. Моррис, представитель отдела качества обслуживания Джорджа. Джордж, это там, где он работал, что ли? Это та компания, где он работал, короче. Что-то мне кажется, что конфликт какой-то возникнет между этой компанией в будущем и этим поселением. Хотя я могу ошибаться.
Так, а вот эти кленовые семена, их можно сажать, нет? Надо попробовать. По идее, да, иначе смысл у них. Можно. Ну да, я так и подумал. Да, с деревом пока нету проблем. Так, блин, а я вот не посмотрел, я в той лавке могу что-то продавать? И у меня энергия заканчивается, пойдем, наверное, поспим. Продает в ящик. А, точно, я про него забыл совсем. Все, я понял. Так. Я так понимаю, нам нужно опять все полить. Продавать звездочка. Я забыл совсем про него. Короче... А, судя по всему, когда здесь разовьешься, да, там, начнешь массово выращивать всю эту сельскохозяйственную эту культуру, да, можно все это продавать и бабло поднимать, да? Вода. Так, это что у нас такое? Какой-то памятник там какому-то зайчику или что это? Животное какое-то. Тебе надо заработать 2, чтобы купить рюкзак. Ага, 2000. Так, ну учитывая, какие здесь цены, это надолго. Жиода опять у нас тут выпала.
Наруби 500 дерева и сходи на пляж. Там можно сделать мостик, где есть кораллы. Вначале помогает хорошо заработать. 500 дерева. Так, а у нас сколько? Давай глянем. А у нас 281. 285. То есть, в принципе, осталось-то немного. Давай сейчас порубим. Нам нужно еще, получается, 215. Так, я начинаю уставать. Все, пора валить. Давай, братан, ты сможешь. Так, а что он не ложится у меня? Кузница, с них разные рисы падают. А, я понял. А что он не ложится-то? У меня спать ни хрена. Не понял я. А, прям здесь и уснул, блин. Я опять, походу, на полтинник попал, да? Так, что-то у меня это, он мало восстанавливает. Надо все-таки что-то жрать, наверное. А я пока жрать ничего не могу сделать, да? Или могу? Желудь, клянусь, снова шишки у меня нету. Надо где-то искать шишку. А, подожди, вот это созрело уже, нет? Инвентарь полон, все, понял, сейчас, минуточку. Сейчас мы все это поскидываем. Что садишь, то и жри. Ага. Так, как это есть? Я не понял, как жрать-то? Блин, не могу разобраться, как сожрать-то эту хрень. Ну-ка, настройки. Ну, я так и делаю. Ничего не происходит. Черт. Не думал, что это будет так сложно для меня. Так, сейчас настройки залезем, посмотрим, что тут у нас. Управление, так. Использовать инструмент LKM C, может быть, на C? Не. Странно. Или он не может сырым его есть, или чё? А, во, ёб твою мать. Правой кнопкой на него самого кликаешь, короче, тогда только он может его сожрать. Это что, каждый раз так делать, что ли, блин? Да я так задолбаюсь его каждый раз так кормить. Надо что-то побыстрее придумать. Погоди, а вот я собрал его, а он семена-то дает, чтобы можно было еще раз посадить или нет?
Что-то я семян-то не вижу. Так, ну все, что, энергию восстановили, и это хорошо. Погнали дальше рубить дерево, нам немного осталось. Ну как немного? Чуть меньше половины, да? Для этого надо специальную фигню, которая дает с овощей семена. А, то есть пока на этой стадии ни хрена ничего не получится. Это что, каждый раз придется ходить покупать эти семена? Тратить на это деньги? Так, давай посмотрим, что у нас здесь. Деревянный знак я могу сделать, но нам это пока не нужно. Деревянный забор, понятно. Дорожка, 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 костер. И все, это все, что я могу пока сделать, правильно? Коллекции тут какие-то. Ага, карта у нас есть, оказывается, смотри-ка. И нам нужно на пляж, да? Вот сюда. Это как-то вот вниз получается, да? Окей. Да, постоянно придется покупать. Хреново. Даже надо деньги зарабатывать тогда на это дело. Так, вот я рублю сосну. У меня сейчас какая-нибудь шишка выпадет. Я, наверное, смогу сделать себе пожать. Нет? Да ну как, это что, каждый раз мне придется так делать, что ли, блин? Это вообще, блин. Можно как-то побыстрее это все. Так, эту мы не можем, да? Вот, у нас есть сосновая шишка. Можно что-нибудь сварганить, пожрать. Так. Если это скидываем. Если удобрить землю перед посадкой, то вырастут в лучшем качестве и продать сможешь дороже. А зачем продавать? Мне есть нечего. Что я там буду продавать-то? Короче, сделал. Лучше пока не ешь. А, то есть работать по полдня и спать, да? Ясно. Трать энергию и ложишь спать.
Ага. Так, что у нас с деревом, надо понять. Если хотите стать фермером, начните со снов. Разрыхлите землю мотыга, а затем используйте пакетик с семенами, чтобы посадить растения. Поливайте каждый день, пока урожай не будет готов. Это мы сделали. Вознаграждение. О! Хе-хе, тут еще деньги за это дают. Первое знакомство. А будет вежливо с вашей стороны представиться всем в городе. Может, кому-то не терпится встретиться с новеньким фермером. Окей. Так, теперь на пляж. Некто по имени Вилли позвал вас на пляж к югу от города. Он сказал, что у него есть, что у него что-то есть для вас. Придите на пляж к югу от города до 17:00. Это, короче, надо с утра зарядиться. А животноводство. Робин, местный плотник, живет к северу от города. В обмен на деньги и стройматериалы она построит новое здание у вас на ферме. Чтобы выращивать животных, вам нужен будет птичник или хлев. Ясно. Двигаемся дальше. С опытом вы узнаете новые рецепты для изготовления предметов, которые повысят вашу прибыль или упростят жизнь. К примеру, пугало не даст воронам поживиться вашим урожаем. Достигните уровня фермерства 1 и соорудите пугало. Так, короче, давай так. Сейчас заморачиваемся с пляжем, да? Я так правильно понимаю, что там надо 500 досок. Сейчас посмотрим, сколько у нас уже есть. И, ну и пойдем по порядку. 403 плюс 446 в сумме. Чуть-чуть осталось совсем. 54 есть, ну сейчас вот это дорубим и погнали тогда, наверное, спать, да, потому что до 17:00, насколько я понял, надо сделать это. Не успеем, наверное, и с утра двинемся тогда на пляж. Так, уровень 1 фермерства, плюс 1 к навыку обращения с лейкой, плюс 1 к навыку обращения с мотыгой. Новый рецепт – пугало. Новый рецепт – обычное удобрение. Окей. А, уровень 2 – собирательство, плюс 1 к навыку обращения с топором. Новый рецепт – бургер для выживания. Энергию. Так, горное дело. У нас открылся бомбочку. Мы теперь можем делать. А, я понял, о чем ты, но уже поздняк. Там половина еще оставалась, да? Так, берем, короче, что? Берем дерево. И идем на пляж, да? Это нужно куда-то вниз, я так понимаю, да? Карта. Это вот здесь где-то дорожка эта, да? Ее еще что, расчистить нужно, что ли? Через город. Так, подожди, сейчас я посмотрю, как. А, вот так вот, да? Ага.
то я замучаю здесь расчищать все это дело. Главное успеть и сдохнуть по дороге. Да что ж такое, везде преграды, блин. Так, куда-то вниз, да? Выйдем же мы там. Так, и чё? Здравствуйте, меня зовут Сережа. Здорово, сынок. Я слыхал, что в городе новенький, рад знакомству, значит... Ах, я тут-то все пытаюсь развеяться после месяца на море. Ох, и уловище был, я много хорошей рыбы продал. А скопил себе, наконец, на новую удочку. Молодец, что, зачем ты мне это рассказываешь? Вот хочу отдать тебе свою старую. А мне важно, чтобы искусство рыбацкое не вымерло, а там, глядишь, что-нибудь у меня и прикупишь. То есть можно рыбу ловить теперь, да? Вы получили бамбуковая удочка. Отлично. Ёпта. А я вообще туда пришел, куда нужно, нет? Вода тут хорошая, в долине рыбы всякой полно. А, и еще магазин мой теперь открыт, так что заходи, если что. И улов я твой могу скупить. Коли рыбой воняет, рыбак покупает, хе-хе-хе. Батя мой так говорил, в общем, ну понятно. Это можно промотать. Так, типа можно здесь ловить рыбу. Но я так понимаю, мы не туда пришли немножко. Это не пляж, да? Нам, наверное, вот сюда надо. Немножко в другой стороне. Так, вот он, мостик этот или... Нет, или это не он. Починить мост с помощью 300 единиц древесины. Ну давай. Пляж. Это все пляж. Ага, хорошо, ясно. Все, я теперь типа починил его, да, и такой... Могу здесь ходить. Ой, 300. Ты заставил нарубить меня 200 лишних деревьев? Серьезно? Ну все. Забыл немного, сколько надо. Так, это что тут такое? Тут можно ловить, короче, кораллы просто, собирали. Да, я так понимаю. Кораллы, кораллы, где кораллы? Где кораллы, как их собирать? Мне надо в воду зайти или что? А, вот эти вот, вот они, да, вот эти. А, все, понял. Опа. Их тут всего два. Что-то маловато. Инвентарь полон. Так, а что мне выкинуть-то? Черт возьми. Камень. Блин, а я могу его выкинуть-то? О-оу. Да, у нас получилось. Или нет? Каждый день сюда приходи. Блин, я что, не могу из инвентаря выкинуть какую-то вот эту вот фигню? Ну это... Не, ну как так-то? В мусорное ведро. Мусорное ведро. Так, стоп-стоп-стоп. Ну-ка, где у нас... А, все. Блин. Ясно. Так, и в принципе, что, ее можно сразу продать, всю эту фигню, да? Так,
это где мы находимся? А, ну вот у нас рядом наша площадь. И на левой стороне пляжа тоже бывают. Блин, поздно. Так, вот этому я продам, нет? Так. Чё-то ни хрена здесь нет, только продается все. А где? Ой, привет, отдыхаешь от работы? Ну, типа того. Так, а еще какие-то магазины есть? Да, аптека какая-то, да? Клиника открыта с 9 до 15, понятно. У нас 11:30, значит, она должна быть открыта. Так, тут что? Дома в ящик или рыбаку. А, все. Тогда нахер пошли домой. Ну так, прикольная игра, в принципе, упороться можно. Здесь, я так понимаю, блин, если заняться развитием, тут можно много чего наворотить. И бабулечки поднимать потихоньку. Так, в ящик мы сливаем кораллы. Ну и пока все, наверное. Дерево оставим, пригодится. Смешанные семена. Зачем я вот эту миску с собой ношу? Она мне только место занимает. Так, посмотрим, что там у нас в почтовом. Дорогой фермер Сережа, это я. Я бы хотела извиниться за то, что так пошутила о доме вашего дедушки в нашу первую встречу. Домик у вас очень милый. Однако когда-нибудь вам понадобится больше места. В этом я могу вам помочь. А если вы принесете мне нужное сырье и оплатите работу, я могу расширить ваш дом. Окей, сначала я пристрою кухню. На кухне можно готовить по рецептам, которые вы узнали до этого. Ну, надеюсь, вы уже чувствуете себя в долине Стардью, как дома ваш местный плотник Робин. Ясно. Надо что-то пристраивать, значит, получается. Что-то вот эти долго растут. Это что у нас тут? Капуста какая-то, блин, и фасоль, что ли? Очень долго растут. Так. Я что-то прочитал, да, про нее. Ну а как это... К ней идти надо, чтобы построить что-то, да? Где он там сказал? На севере она вроде живет. Так, где у нас карта? Надо глянуть. И пойдем на разведку, что делать. Дом какой-то, ну-ка. Что да, за дом? Но там надо дерево, камень и деньги. Дерево, камень и деньги, да. Так. Ну, дерево... Ну, надо посмотреть, вот сколько, дом. Да? Ага. Ну, давай заглянем, сейчас узнаем, что почем. А, расширить дом. Я рядом могу расширить твой дом и пристроить кухню. Это будет стоить 10 тысяч золота. А еще мне понадобится 450 древесины. 10 тысяч? Да откуда у меня такие деньги? Ты че, я же нищеброд, блин. Да, пока отказываемся, значит. Че еще ты можешь? Можно что-то купить, да? А, вот, кстати. Можно построить здание для фермы. Птичник, например. Да? Либо хлев. Либо колодец, либо силосную башню.
либо мельницу, либо сарай, либо рыбный пруд, либо домик. Ну, короче, много чего можно сделать. Вопрос только в деньгах. Дом для друга. Субсидии предоставить сельскохозяйственный фонд города. А для какого друга? Зачем он мне? Это для животного, что ли, домашнего? Или это просто для друга? Короче, понятно. Можно чего много сделать, надо только денег. Но я думаю, что стоит начать, наверное, с птичника и хлева, да? Короче, надо копить деньги. 10 тысяч нам нужно золото. Ну, ресурсы понятно, это реально, ну, решаемо. А вот деньги надо зарабатывать. Ясно. Короче, мы пока не готовы это делать. Еще работы непочатый край. Хреново, что семена у нас не появляются. Так было бы проще, конечно. Что там за машина нужна? У нас она еще не появилась, да? Если ты создал мир без дома для друга, то можешь построить его. И типа кто-то сможет играть со мной, да? Так, каменный знак, деревянный знак, обычное удобрение, дикие семена. Деревянная дорожка. Блин, так, короче, надо как-то нам... Ага. Нам нужно как-то, я так понимаю, развиваться. Чтобы развиваться, нам нужно, получается, ну, на данный момент, какие у нас варианты? Это вот кораллы, да, это ресурсы, которые мы здесь собираем, их тоже можно продавать, в принципе. И все. То есть выращивать и продавать мы пока не можем, потому что у нас семена не выпадают. Я правильно понимаю? Получается, что только сбор. Там еще у нас какие-то из жиода вот это есть. Надо дикие ее тоже тарабанить, да, кузнецу. А дикие семена, а что они дают? Что-то может вырасти совершенно непредсказуемое. Ясно. Может быть, нам повезет, да? Энергия у нас заканчивается. Надо посмотреть, что у нас здесь. Ну, с этим понятно. То есть у нас все это надо выполнять.
Так, и того. А это что, я уже год, короче, здесь профигачил, да? Офигеть. Целый год. А, не, погоди, это день 9, это он подвел за 8 дней итог. 379 рублей у меня. Познакомиться со всеми проще на первый праздник. На первый праздник, так, а я же не посмотрел, когда он. Блин, надо сходить посмотреть. Первый праздник, первый праздник. Так, а где это, а, блин, была эта табличка это? Что-то я не помню. За день придет письмо. А, все, праздник. Тогда ладно, тогда не паримся. И сходи сразу на пляж. Точно. Пойдем на пляж. Коралл соберем. Так, это что такое? Это тоже коралл? Классно. Так, здесь у нас ничего нету, да? Только рыбу можно ловить. Морской ёж. Блин, инвентарь полон. Да ладно, ну серьезно? Надо рюкзак, срочно надо рюкзак. Он на ходьбу тратит гораздо меньше энергии, чем на работу. Ходить можно, блин, вообще очень долго. Так, я, по-моему, что-то не туда куда-то зашел. Моя усадьба наверху. Так, Семян, да? Давай. Что там, Пастернака взять? А, блин, что на... А, подожди. У меня же инвентарь забит. Как я накуплю-то? Мне надо сначала слить все. Так, это мы переложим в другой ящик. Мы сольем вот это вот. Да. А это на продажу. Раз. Все, пошли за семенами. Запись в дневнике. Ой, здравствуй. Я что, не туда куда-то зашел? И что? Вот ведь глаза мозолит. Это клуб города Пеликан. Точнее, то, что от него осталось. Да у вас тут все разрушено, ребята. Вы что, зачем здесь занимались-то? Раньше он был гордостью нашего города. Внутри всегда было полно народу. А теперь только посмотри на это, стыд и срам. Теперь молодежь лучше у телека будет сидеть, чем общаться с другими.
Тю, что я разошелся, будто старый дурак. А ты разве не такой? Корпорация Джоджа все не дает мне покоя, просит продать им этот участок, чтобы построить здесь их склад. Деньги бы пошли городу на пользу, но что-то меня останавливает. Наверное, старики всегда цепляются за вещи из прошлого. Ну да ладно. Если еще кто-нибудь купит себе членство Джоджа, я продам этот участок. Эх, пройдем внутрь. А внутри он гораздо больше, чем снаружи. Это такое волшебство? Что это? Наверное, Винсент и Джаз тут играли. Да, тут все еще хуже, чем я помню. Это что за хрень? А? Блядь, зачем я трачу на тебя время, старик? Что такое, не здоровится? Нормально все у меня. Давай, короче, промотаем, я не хочу это слушать. Так, я шел за семенами. Он меня отвлек. Новый рюкзак, 24 слота, 2000 золотых монет. Не сейчас. Так, нам что надо? Пастернака? Подешевле, да? Десять хватит, наверное, пока. Так, нам надо полить, нам надо посадить. Покупай. На все. Так, ну ладно, в следующий раз на все тогда купим. Это собираем. Это поливаем. Это картофан у нас долго что-то растет. А грядочки сами со временем это превращаются в обычную землю, да? Так, и вот это нам надо все полить. Все, так, хавать мы пока не будем. Скинем все это в ящик. Так. Что у нас там по плану? Короче, как-то попытаться все заработать. Крыса. Что за крыса? Что-то странное происходит в старом клубе. Исследуйте старый клуб. Ну, я не знаю, пока некогда. Если рыбачить не будешь, то выложи удочку в сундук. А за рыбу там что, много денег дают, нет? Есть смысл вообще рыбачить? Я не очень люблю, но можно жить чисто на рыбе. Ну ты это имеешь в виду еда, а если продавать, что она там по деньгам нормально стоит? А древесный сок вот этот, он для чего вообще?
каком-то крафте используется, что ли? Так, наконец-то я себе дорожку расчистил вниз на пляж. По-быстрому можно будет ходить. Дин-дин-дин. Если рыбачить, то можно толком и не садить. Денег с рыбы да тоже ты чё? Норм получается. Так, рыбачить, я так понимаю, только на море, да? Здесь вот в таких прудиках нельзя. Так, у меня энергия заканчивается, надо поспать. Садить по-любому надо будет, чтобы узелки закрыть в клубе. Но звездочка. Понятно. Так, надо поскидывать все, изгонять на пляж коралы пособирать еще. И, может быть, попробовать рыбу половить. Так, а здесь что у нас? Надо глянуть. Заперто, открыто с 9 до 18. А, да ладно, то есть все-таки у себя можно, да? И что, вот так вот ждать, пока клюнет, типа и ловить? Но это же скучно. Ой, ё-моё, тут еще какая-то система, блин. Ё-моё. Бля, я не пойму, как это работает. А, все, я понял. Бля, тут так заморачиваться с рыбой придется. Да ладно, нахер это надо? Это же пипец какой-то. Это ужас, блин. Ты... Не-не-не. Спасибо, я как-нибудь без этого обойдусь. Я думал, там раз простая рыбалка, тут целый геморрой. Ага. Ой, нет, зачем ты мне... Давай на продажу это нафиг, эту рыбу. Ну а чё, смысл, прикинь, это вот так вот с одной рыбкой заморачиваться, блин, ну это чё такое вообще? Не, понятное дело, они это сделали специально, чтобы ты, типа, не тупо стоял, там ждал, пока клюнет и вытащил, понятно. Но все равно, а чё-то как-то это... гемор.
Но у нас картошка когда-нибудь вырастет, нет? Разные снасти купить. А, да? Проще будет. Ясно. На пляж сходи. Ага. Пока энергия есть, надо сгонять. А потом в клуб загляни. А что там в клубе? Типа задание какое-то надо выполнить. Так, а здесь-то я не пройду, да? Блин, круг сделал, можно было проще пройти. Так, девка какая-то ходит. Лес... А, девка, это мужик, оказывается. Элиот, блин. Лес — чудесное место, тебе уже доводилось там бывать? Или это все-таки девка, я не пойму, блин. Это мужик. Выглядит как баба. Понятно, короче. Ой, блин. Чуть мало, всего два коралла, блин. Так, и в клуб надо заглянуть. Да, а где у нас клуб-то? Фига себе, чей-то дом, машина тут. Какой-то буржуй живет. Тут какой-то фонтан у нас. Где у нас клуб-то? А, вот он, все правильно я иду, да? Или нет, подожди. Что-то я не пойму, как в этот клуб-то идти. А, вот он, вот сюда, да? Подожди, нет, не сюда. Клуб у нас вот он. Так. А я где в данный момент? Вот здесь, получается, на остановке. И вот здесь, по идее... Нет, подожди, на площадку. А, вот сюда надо было, короче, от фонтана вправо уходить. Все, понял. Можно там пройти, интересно? Обратно. Все, нашел.
Так, и что тут? Что-то какая-то херня тут написана, непонятная. Я сюда пришел. Все, высходи. Выходи. Так, надо еще, наверное, семян купить, да? Закрыто по средам. Да ладно. Ты серьезно? Требуется помощь. Зеленая водоросль, я думаю, как раз подойдет, чтобы подать на обед. 45 за доставку. Не, я не знаю, как это сделать пока. Да не хочешь заморачиваться с этими заданиями этими. Проще, по-моему, продавать все на своем участке, там расчистить все это, скинуть на продажу. Чем вот эти за копейки там горбатиться. Скидываем сразу. А чё, рыба до сих пор не купилась, что ли? Нормально. Никому она не нужна. А, она, наверное, на этот. В ночью, он сказал, он же ночью приходит, да? Так. Продадим пока, наверное, дерево. Нарубим еще. Последний проданный можно вернуть. Угу. Не. Не продавай. Что, не продавать дерево? Тебе дерево приходится. Пригодится, да, оно мне. Ладно, сейчас заберем тогда. Так, эту я, судя по всему, пока не могу, да? Что-то темнеет, а, у нас ночь наступает. Я обычно в это время сплю. Можешь завтра сходить в шахту.
Что за шахта, где находится? И кузнецу там надо еще заглянуть, да? Так, сколько у нас там денег-то? 160. Итого у нас 629, да? Так, где шахта находится? Вот здесь вот? На севере. Далековато до нее. Это, короче, мимо клуба, да, получается? Туда направо. Ага. Пойдем сгоняем, посмотрим, что-то так, письмо какое-то пришло, надо посмотреть. Из моих источников мне стало известно, что вы заглядывали в старый клуб. Почему бы вам не зайти ко мне? Мои покои в каменной башне к западу от лесного озера. Возможно, у меня есть информация о крысе в клубе. Расмодиус, волшебник. Ну блин, нам еще тут волшебников не хватало. Так, я здесь был. Я помню этот домик. Направо. Я не туда зашел, да? Просто смотрел вниз в эту старую шахту. Ее забросили десятилетия назад. Правда, там еще должна остаться хорошая руда, но в таком темном заброшенном месте, боюсь, ты найдешь там не только руду. Да. Задержка. Вот, возьми, возможно, он тебе понадобится. Меч. Наконец-то. Вы получили ржавый меч. Придется с кем-то еще драться, да? Меня, кстати, Марлон зовут. Я заправляю гильдии искателей приключений. Тут совсем рядом. Буду за тобой приглядывать. Возможно, я возьму тебя в гильдию, если ты достойно себя покажешь. Да? Кто еще к вам пойдет? Так. Похоже, не работает. Нам нужно поставить меч, я так понимаю, да? Это мы разбить не можем. Не работает. И чё, и куда? Тут ничего не работает. А, вот я типа вниз спустился, да? И типа можно тут собирать все. Тут еще вниз какой-то спуск. Лестница. Что-то я там нашел, медь я нашел. Мне сейчас места уже тупо не хватит. Thank you.
Надо выкладывать ненужные. Да что, мне там ненужного-то было, только эти, я волокна собрал, да я сейчас выкину их. А вот остальное, что тут ненужное? Все нужно, рюкзак надо купить, блин. Да, удочку надо выложить. Рыбалкой я заниматься пока не собираюсь. Это что здесь такое летает? Это чудовище. Я смогу с ним справиться? О, я его видел. Жучина. А это жук какой-то, да? Жучиная плоть. Ну офигеть. Так. Хватит ломать камни. А что с ними делать-то? Не надо? Просто ходить с кем-то и рубиться здесь, да? Тебе главное лестницу находить. А, короче, секретный путь нужно расчистить, да? Так, у меня переутомление. Ай, черт возьми, я здесь прямо сейчас и усну. Восстановиться-то мне нечем. И собирать ценные рисы. Все, мне хана. Их видно. Иди домой. Да я не дойду ни хрена. Кто это, блядь, такой неубиваемый? Это слизень какой-то, что ли? Дойдешь. Что это? Надо уголь выкинуть. Слизь чудовище. Понятно. Погнали. За ходьбу энергия вроде не тратится. Я чуть-чуть не дошел до закровищ. Вот здесь какие-то эти ящики, бочки. Можно было, конечно, энергию едой восстановить, но у нас ее нету. На каждом пятом этаже есть лифт, и ты можешь потом спуститься на лифте. Ага.
Долго-долго очень идет. Так, что-то письмо надо посмотреть, что там. Вам пишет Робин. Я знаю, что у вас на ферме полно камня. Если есть лишний, то можете заказать у меня колодец. Колодцы можно расставить по всей ферме, в них удобнее наполнять лейку. Как решите, заходите ко мне в магазин, прихватите с собой 75 камней и 1000 золота. Да, вообще такие цены загибают, разыскивается. Я потеряла свой любимый топор. Если выросла. Если найдете, пожалуйста, верните поскорее. Мне сложно без него работать. Нашедшему заграждение 250 золота. Понятно. Картошка выросла у нас. Сейчас поспим и соберем. Эй. Привет, доброе утро. Ну, не такое оно уж и доброе. Дождь идет. Я тут узнал, что ты добываешь камень и собираешь руду. Это хорошо. Если хочешь получить от руды больше, тебе будет нужна плавильная печь. Так уж вышло, что у меня как раз завалялись нужные чертежи. Вот я хочу, чтобы они были у тебя. Шикарно. Просто на халяву отдал мне чертежи плавильной печи? Вы научились мастерить плавильную печь. Ну-ка. С ее помощью можно изготавливать слитки из металлов. Они используются при изготовлении предметов, постройке зданий и при улучшении инструментов. Ясно. Как выплавишь несколько медных слитков, советую прийти ко мне за улучшением инструментов. Работать станет гораздо легче. Ладно, я пойду домой, пока. Так. Что-то я не вижу. А, вот она, плавильная печь, ингредиенты, 20 медной руды. Ясно. Уважаемый Сережа, завтра на городской площади пройдет яичный фестиваль. Если хотите принять участие, приходите с 9 до 14.00. Вы просто обязаны поучаствовать в нашей ежегодной охоте за яйцами. Мэр Льюис. Охота за яйцами. Звучит неоднозначно. Так, нам нужно повыкладывать всякую фигню. И удочку нахрен тоже. А меч назад. Вот так. Пасха. Так. Пасха. Охота за яйцами. Пасха. Так, посадить, соответственно, я его не могу, правильно? Его можно только съесть. Только нахрен нам его есть, пусть он у нас будет. Меч бери, если только идешь в шахту. Так, что у нас по плану? У нас завтра праздник, соответственно, продавай сегодня чем картошку мы можем заняться? Продать, да? Давай продадим. Что еще можно продать? Вот этот вот жучиную тебе плоть. Деньги нужны. Можно продать, и нужно ли? Так, что там с пастернаком? Все нормально с ним. Поливать-то не надо, у нас же дождь идет, правильно? А, вот еще у нас это, капуста созрела. А фасоли еще нет пока.
Кудрявая капуста. Нужно, наверное, продать ее. У тебя есть в сундуке. А, тоже продать его? Сходи к волшебнику. Это который в шахте живет или в башне? Где он там? Так, ну я не знаю, есть ли смысл идти сейчас, потому что энергии-то у нас мало. Вот, а завтра праздник. Надо на праздник, наверное, и после праздника сходим к волшебнику к этому. Лучше сейчас уже. Да у меня энергии нету, куда я пойду? Так, они там со сколько сказали? С 9 до 2. Опа, 1484, чуть-чуть мне осталось до 2, или 2,5 там рюкзак этот. Так, сейчас мы польем по-быстрому эту всю фигню. Все равно у нас там праздник с 9 начинается, так что у нас еще есть время. Потом будет 10. Так, а где у нас этот башня? Эта башня, где она у нас находится? Башня, башня, башня. Гильдия. Здесь непонятно, что, да? Магазин, столярная мастерская. Слева. А, вот, все, вижу. Окей, понял. Так, а там есть налево-то у нас выход? После леса. Или это надо вниз выходить и, соответственно, уходить налево, да? Ой, зачем я это полил? Не надо мне это поливать. Ёпта. Так, вот она у нас, да? Заперто, блин. Рано я пришел, походу.
телефон на праздники. А, блин. С 9. Сейчас, пойдем тогда на праздник. Так, мы здесь пройдем, в принципе, да? Вот, вот он, праздник. И что, теперь нас со всеми познакомиться, да? Я с самого рассвета красила яйца. Это моя любимая часть весны. Да, судя по твоим волосам, так и есть. Винсент обожает этот праздник и рада, когда он такой счастливый, понятно. Добро пожаловать на яичный фестиваль. Все благодаря нашим замечательным курочкам. Курочки у вас и правда замечательные. Как думаешь, все уже готовы к охоте за яйцами? Нет еще, давай я сейчас сначала обойду всех. Яйцо, какая необычная пища, если подумать. А, все такие умные мысли высказывают, и чего все радостные такие? Яйца, почему именно яйца? Понятно. Сколько себя помним, мы всегда празднуем этот фестиваль. Традиция связывает нас и с прошлым, и с будущим, это отрадно, понятно. Фруктовый пунш необычайно хорош. Ясно, алкоголичка. Отдых от работы в конечном итоге повышает продуктивность. А, это та. Вот тот мужик, который похож на бабу. Раньше в этот день мы кидались тухлыми яйцами. Маргиюсь быстренько это дело пресек. Ой. Так, кто у нас еще остался? Все, можно начинать. Ну-ка, где? А, вот он у нас, мэр, да? Да, давайте. Погнали. Пора приступить к главному событию фестиваля – ежегодная охота за яйцами. Успокойтесь, детки, вам понадобится вся ваша энергия, чтобы найти больше всего яиц и забрать домой особенный приз. Итак, все готовы? Да, все, погнали. Да, начнется охота. Ты нужно искать, да, надо? Надо искать. Где они? Че, я нашел что-то, нет? А, вот еще одно, вот я вижу, как туда забраться. Вон там еще одно увидел справа. Бля, я туда что, не пройду, что ли? Да давай. Есть. Так, вижу. Еще где? Есть. Вот еще одно. Да они кривые, они вообще ничего не видят. Как они их собирают, блин? Че, я больше всех собрал, нет? Я красавчик? Ого, погляди-ка, сколько яиц собрали. Если бы вы, ребятки, мусора столько же собирали, наш город был бы самым чистым по эту сторону самоцветного моря. И в этом году в охоте за яйцами побеждает... Сережа!
Да ладно, в смысле? Как она смогла? Я чё, проиграл? Вот твой приз, наслаждайся. Сволочь. Вот и подошел к концу яичный фестиваль. Спасибо всем, что пришли. Надо должен был победить 7. Сережа, но он почему-то не победил. Надо было 7, понятно. Так, ну ладно, погнали спать. Подожди, а что спать? Энергии до хрена, но время позднее. Так, что тут у нас? Трать энергию. Что-то не понимаю, что... А, у меня инвентарь полный, блин, я не пойму, что он мне не собирает. Ну что, продолжаем потихоньку расчищать наши завалы все эти, да? Посадим, если что. Сделаем рощу нормальную себе. А, да? Блин, жаль. Так, может сгонять в шахту, собрать меди на плавилку? Или рановато?
что у нас по плану? Топор, Робин, понятно, кузнец собственного счастья. Это что? Если вы дальше будете добывать руду, вам понадобится плавильная печь. С этим понятно все. Вот, нам надо, кстати, будет в башню еще сгонять. О, ягоды какие-то. Мы их можем забрать? Нифига, да? Так, здравствуй, мой добрый друг. Ах, заходи. Нажми на них. Поздняк. Я Арасмодиус, искатель магических истин, посредник между физическим и бесплотным, мастер семи элементов, хранитель священной... Ну, думаю, мысли я донес. Да, слишком много болтаешь. Говори, что хотел. А ты, Сережа, я давно предвидел твое появление. Вот я покажу тебе кое-что. Давай, покажи. Узри. Ага. И что это? Ты ведь не впервые видишь такое? Ну, допустим. Они называют себя Джунима. Они таинственные духи. Почему-то они отказываются говорить со мной. Я бы тоже с тобой не стал говорить. Ты страшный. Я не знаю точно, почему они поселились в старом клубе. Тебе удалось найти там золотой свиток на непонятном языке? Прелюбопытно. Подожди здесь, я посмотрю сам. Скоро вернусь. Что-то мне кажется, меня обманули. Да, я нашел записку. Язык сложный, но мне удалось его расшифровать. Мы, Джунима, рады помочь тебе. Взамен мы просим дары долины. Если ты един с лесом, то увидишь истинную природу этого свитка. Что-то колдуют там. Един с лесом. Что они имели в виду? Как долго он разговаривает? Давай ближе к сути. Подойди. Видишь? А в моем котле бурлят лесные ингредиенты. Ростки папоротника, мох, карамельная поганка. Чуешь? Да, конечно. Я всю жизнь чуял эти запахи. Держи, пей до дна. Пусть сущность леса пропитает твое тело, ясно. Энергия плюс 12. Так, что сделать-то надо? Блин, я вот не дослушал до конца, и что теперь?
что, мне теперь в клуб идти обратно? Или чё? Непонятно. Так, письмо. Давай почитаем. А, здравствуй, душечка. Душечка? Серьезно? Я знаю, что ты только начинаешь работать с растениями, поэтому дам тебе совет. Многие растения живут только один сезон, так что летом все весенние растения погибнут. Рассчитывай с умом. Бабушка Эвелин, бля. Ой, все такие умные, прям сил нет. Так, нам надо в клуб. Так, комната искусств. Награда ремонт моста. И что это? Эти узелки надо как-то собирать, что ли, или что? Да ладно, это что, вот это вот все надо сюда собрать? Да? Где все это брать? Ё-моё, это же целая история. Так, может сбегать в шахту еще покопаться там? Нам медь нужна на плавилку. Опять надо искать эту лестницу. А, я меч-то не взял, ё-моё. Блин, лоханулся. Сейчас самый сезон, чтобы задуматься о садоводстве, даже для нас, не фермеров. Ясно. Все советы дают, прям не могу. Так, 2000, да, новый рюкзак стоит. Чуть-чуть не хватает нам. Ух, сейчас засадим все. 45 пастернака. Как засадим, как продадим все. Thank you.
Еще десяточка осталась. Так, у нас еще вот есть дикое семя, надо его тоже посадить. Посмотрим, что из него вырастет. Все, я спать. Письмо. Читаем. Уважаемый сосед, надеюсь, вы уже освоились в своем новом доме. Я пишу вам, чтобы сообщить, что теперь у Пьера продаются удобрения. Почему бы вам не взглянуть и не купить немного? Удобрения? Пойдем посмотрим. Удобрения — это хорошо. Блин, с 9 работает. Эх.
полить надо все, да, опять? Все, я спать. Так, уровень 3. Собирательство плюс 1 к навыку обращения с топором. Новый рецепт. Подсочник. Что это, блядь? Для чего он? Подсочник. Ну-ка. Смотрим, что это здесь. Я что-то не вижу, где он у нас. А, вот подсочник. Повесьте его на клен, дуб или сосну. Через некоторое время вы получите соответствующий продукт. 40 древесины, 2 медных слитка. Ну, понятно, для этого нам нужно построить плавильную печь. А для этого нам нужно собрать 20 медной руды. Камень у нас есть. То есть надо, короче, идти в шахту. Если идем в шахту, берем с собой меч. Так, кто-то ко мне пришел в гости. Здравствуй, Сережа. Это я. Смотри, какая кошка. И? Хочешь мне ее оставить? Мне жрать самому нечего, а еще мне кота нужно кормить, да? Сидела у входа на твою ферму. Я думаю, бездомная она, бедняжечка. Да, кажется, нравится ей это место. Слушай, может пригодится на ферме такая замечательная кошка? Да пусть будет... Дадли? Нет. Так. Пусть будет муха. Вот так. Нормально. Ну что, муха, будь славной кошечкой, хорошо? Да, да, хорошо. Так, мне надо полить весь огород и можно в шахту идти. Только надо меч взять. Чем ты поливаешь сундук, блин? Нам надо успеть сходить в шахту. Погнали.
Так, нам нужно найти спуск вниз. Опять его завалило. Сволочь, а? Это мощный, блин. Чё, кварц? Классно. Так, это медь? Да ладно, класс. Мне нужно двадцатка. 20 меди, 20. Плавильню построю. Если не убьют. Так, надо что-то выкинуть. Древесный сок. Зачем мне древесный сок? Я, блин, потратил 30 камней, чтобы взять древесный сок. Серьезно? Так, а здесь что-то есть еще. Вот тут какие-то сундуки, что ли, стоят. Все, уснул. Оба-на, как я телепортировался в кровать-то? Неплохо. Так, вот слизь от чудовища, наверное, можно вот это все продать, да? Вот это нам не нужно. Бля, ворона, надо, блин, она мне сейчас все сожрет. Надо пугало построить.
Сережа, тебе повезло, что я наткнулся на тебя вчера ночью. Ага, ну понятно. Нашел тебя без сознания, кто-то рылся у тебя в карманах. Я не знаю, сколько денег у тебя украли. Как только я подошел, вор сбежал. Блин, а. Так, пугало. Один уголь, 20 волокон и 50 древесины. Это мы сейчас сделаем. Надо поставить, а то там ворона мне все сожрет. Так. А, волокна, да? Так, и полить нам надо все. А, зачем нам поливать? У нас же дождик идет. Так, короче, сейчас пьем, мы пойдем обратно в шахту. Там нам меди немножко осталось еще насобирать. Самую малость. Что-то письмо какое-то опять. Фермер Сережа, у меня к вам просьба. Мне нужна свежая цветная капуста для одного блюда. Можете принести мне ее? Нет, не могу. До свидания. У меня много других дел. Новая запись в дневнике. Это что такое? Это можно собрать? Лук порей. Опа. Классно. Халявные овощи я люблю. Каждый раз надо искать вход. Каждый раз много тварей. Белая водоросль, она чрезвычайно склизкая. Так, это же можно съесть, да? Так, медную руду мы забрали. Все, погнали вниз. Еще одна водоросль. Еще живой. Да, еще живой. Ну, я тут в прошлый раз, когда опустился в шахту, у меня энергия закончилась, я тут вырубился. Вот, но меня притащили там, естественно. То есть нормально все.
И сейчас меди еще чуть-чуть мне осталось насобирать, чтобы плавильню построить. Так, это что у нас? Рюкзак купил. Да нет еще, я денег потратил на этот, на пастернак, посадил еще много его. Земляной кристалл, какой-то минерал. Нам нужна медь. Так, это у нас... Лук-порей у нас, если что, есть, можно сожрать. Так, сейчас, минутку. Камень выкинь. Так, ну чё, я еще не умер. Это радует. Где у нас медь? Здесь я ее что-то не вижу, нифига. Так, мне нужно еще, наверное, на уровне спуститься, если это возможно, да? Надо искать лестницу. Вот она. Ой, блин, там какое-то чудовище появилось. Я вовремя слился, да? Так, новая запись в дневнике. Где это посмотреть можно? Глубже в шахту. Похоже, лифт в шахте все еще работает. С ним вы сможете быстро вернуться к любой найденной вами двери лифта. Похоже, намечается экспедиция подольше. Спуститесь до 40 уровня шахты. Серьезно? До 40-го? Вы что, издеваетесь?
Это что за ходячий камень? Так, и что он дает? Какую-то красную хрень. Бомбочка. То есть можно что-то взорвать. Но мы пока не будем этого делать, да? Так, что у нас с медью? С медью у нас ничего не продвинулось, да? Все еще нужна. О, отлично, здесь меди много. Только разберемся с этим слизняком. До 40 уровня, а они предлагают нам спуститься. Это же вообще уму непостижимо. Такой недосягаемый. 100 этажей. 100! Охренеть, блин. Я сейчас построю плавилку себе. Наконец-то. Спускайся до 10 этажа и иди домой. Так, а я смогу быстро выбраться с 10-го-то? Это что такое? Опа, надо проверить. Я могу это съесть, кстати говоря. Так, камни мы выбросим. Вот это съедим. А, нет. Не, могу. А вот это что такое? Оно что-то не разбивается или разбивается? Ну-ка. А, да, разбивается. Что это? Запас. Видимо, что-то ценное. Ой, бля. Нам нужен лифт. Все новые минералы надо относить в музей. В музей. Ясно. Награды потом дают.
Угу. Так, нам опять, я так понимаю, лестницу искать надо, да? Быстрей. Время. А может я это выберусь до поста этой по лесенке назад? Лучше вали домой. Где она у нас сейчас? Да и все, вот так нормально будет. Ой, блин, а у нас же ночь на дворе. Ё-моё. Нафиг 10. Да-да, согласен. Дорогу сейчас надо будет найти как-то по темноте. Сейчас уснет, нет? Два часа уснет. Блин. Так, горное дело уровень 2 плюс 1 к навыку обращения с киркой. Новый рецепт — лестница. Так, я так понимаю, что минералы мы не продаем, да? Мы их сюда складываем, потом отторобаним. Теперь у нас есть достаточно меди. Мы берем, значит, потом нам надо было еще. Не помню. Нам надо плавилочку построить. Так, смотрим. Камень 25. Все. Это у нас есть. Где нам ее лучше поставить? Давай здесь, наверное. А мы же можем не одну плавилку сделать, я правильно понимаю? Все. Две плавилочки теперь у нас. Так, надо урожай собрать. Никакого быстрого способа собрать это все. Это что-то как-то геморройно вообще. Ну, вот так вот, что ли, рядом идти, да, просто? Как вариант. Так, это все на продажу, нафиг. Да переключи на другое. На что, например? Вижу, ты исследуешь старую шахту. В тебе совершенно точно живет дух приключений. Если сразишь 10 слаймов, то заслужишь место в моей гильдии. А я еще не сразил их 10, что ли?
на инструмент, кто постоянно предлагает съесть. А, я понял тебя. Так, а как пользоваться этой ловилкой? Что-то не контактирует, никакого нету этого. Или нужно туда что-то закинуть? Требуется одна единица угля, но это у нас есть. Требуется 5 единиц руды. А, понятно, он, короче, не плавит меньше 5, да? Ясно. Так, что дальше делать? Опять в шахту идти? Возьми минералы и отнеси в музей. По одной штуке? Ага, да у меня их там всего, их-то есть там по одной. Так, а музей где у нас находится? Запас. Земляной кристалл. И все, у меня их всего два. Так, смотрим на карте, где у нас музей. Возле усадьба. Кузнец. Возле справа. Кузницы справа. А где у нас кузница-то? И думаешь, я знаю. Привет, Роуд. Автобусная остановка, понятно. Жиоды возьми. Ой, это не то. Вот она. Так. Усадьба мэра. Вот кузнец, да? А вот и музей. Все, я понял. Теперь я знаю, как идти. Так, вниз, да, насколько я помню. Ага. Так, это у нас кузнец, что ли? А, нет, это музей у нас, да? Передать находки музею. И кузнец у нас наверху, да? Так, расколоть жиоды. Вон как что. А можно сразу 10? Это что такое? Сланец. Это в музей, наверное, да? А это что? Громовое яйцо. Это что? Это дракон? Так, сланец, наверное, сразу в музей. А громовое яйцо что, тоже можно? Гюнтер может рассказать вам об этом больше, если вы отдадите это музею. Да, давай отдадим. Окей.
Блин, он еще и денег берет за это. Вы нашли артефакт, руководитель музея захочет об этом узнать. Так. Новый подарок. Я правильно все сделал, не? Ну да, по 25 золота. Посвящение, если вы... ну это понятно, это я читал, слитки. Теперь, когда у вас есть плавильная печь, можно отливать слитки из металлов. Согласно указаниям Клинта, если положить в печь 5 кусков медной руды и один кусок угля, то получится медный слиток. Просьба Джуди, понятно. Топор, понятно. С опытом вы узнаете новые рецепты для изготовления предметов. Так, забери, это понятно. Подарок в музее. Так, а какой там подарок у нас? Забрать подарки. Что это? Семена цветной капусты. Равнозначная замена, конечно же. Все, у меня места нет. Вот это мы можем выкинуть, в принципе, да? Уголь тоже можно выкинуть. Глина нахер. Еще три и места есть. Еще можно три штуки разбить. Посмотрим, что попадется. Еще какой-то минеральчик а-ля мид. Уголь. Так, это мы... Блин, а я не могу его здесь выкинуть, да? Ну ладно, сейчас мы это здесь сделаем. Это что такое? На кусок говна похоже. Оба-на. Неплохо. Цветную капусту не сажай. Хорошо. Не успею. Так, нет там никаких подарков. Похоже, у вас нет ничего нового для музея. Значит, пора копать дальше. Ясно. Забери деньги в дневнике. Деньги я забрал. Не забрал. Да, спасибо. Так, у меня, в принципе, энергия есть. Так, ну что, на этом будем заканчивать. ОРВИ за помощь. Обязательно подписывайтесь на канал. Ну и на все остальное, чтобы ничего не пропустить. Все, всем удачи, всем пока. До встречи в эфире.